Шестой день пребывания участников и гостей 28-й международной олимпиады по информатике можно заслуженно назвать одним из самых познавательных. А все потому, что ребятам на протяжении дня предстояло пройти через настоящий квест в первом российском городе высокотехнологичной индустрии Иннополис. Именно здесь, поделившись на команды, каждый из участников проявил свои самые лучшие качества – смелость, ловкость и умение взаимодействовать с командой. Как известно, путь к заветной победе не бывает легким. Для этого каждой команде пришлось стать на время автогонщиком, возвести башни, сыграть в матче по футболу и волейболу и даже немного покричать. One, two, three. Scream more, more, more. Scream some more. Yeah, 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 yeah. Everybody in the house. Вторая часть дня подарила всем участникам и гостям возможность посетить Свияжск. История 16 века предстала перед ними в виде архитектурных сооружений, несущих в себе многолетнюю историю. Каждый мог перевоплотиться в рыцаря и поучаствовать в старинных рыцарских состязаниях, а также водить хороводы, стрелять из лука и даже познакомиться с первым царем Руси Иваном Грозным. Участники были очарованы старинным русским городом, в котором таит атмосфера сказки. Мы посетили Свияжск впервые. Он произвел на нас потрясающее впечатление. Он необычный и запоминающийся. Нас удивило, что такой современный город является на самом деле старинным, с настоящими храмами и достопримечательностями. Путешествие продлилось весь день, и все-таки пролетело незаметно. И это неудивительно, ведь всем участникам и гостям удалось перенестись в прошлое и открыть для себя настоящие тайны истории. Адель Мухаммедшина, Роман Самарин, Руслан Уразаев, Универньюз.